Смотрите, как красиво. Аж я ослепла, девчонки. Наша местность. Там наш лес. Лес, далеко. Знаете, как здорово. Особенно летом. Красота. Хочу лето, не могу. Лето хочу. Когда же будет тепло. Наше село Илинское. Соседи наши, они только летом сюда приезжают, зимой у них здесь дом пустует. Соседи. Скоро все растает, скоро все убирать придется здесь. Цветочки сажать, огород. Наша Маруся сидит, ждет, когда ее в дом пустят. Но нетушки, пусть гуляет. На улице тепло. А в этом доме в соседнем живет моя подружка. Мы с ней, конечно, видимся очень редко, когда я приезжаю сюда. Созваниваемся тоже редко. Но даже, может быть, и чаще бы созванивались. Я просто не особо люблю по телефону разговаривать. Поэтому получается редко. Смотрите, как с крыши капает. Если у меня получится поймать соплики. Я попробую зафоткать. Магазин, девчонки. Сейчас вам покажу наш первый местный магазин. Вон. Блин, все темно. А вот он. Наш местный магазин. Смотрите, как грязище, а. Поскорее бы это все растаяло. Втыкала грязь в деревне. Да и не только в деревне. В Ярославле тоже. Это наше здание старое, там хранилась раньше мука 20 лет назад. Старые магазины наши, которые не работают, два, все солнцем засвечат. Да ладно, да. Для рабочих, что ли? Да. Наша церковь местная, пойдем. Далеко красиво, ее только недавно восстановили. И то и не то до конца. Не да. А вот купол один. Вот купол вот этот посередине, который сам большой восстановили. А. Да, вон тот. Вот, ну, окна вставили. Раньше окон не было. Да. Вот эта часть, она полностью разрушена. Вот. Наша остановка. Куда привозит наш транспорт. Да. Из Ярославля. Так. Тут сейчас покажу бывшую нашу контору. Бывшая, почему говорю, потому что совхоз уже давным-давно развалился. Ну, кстати, школа здесь работает и садик работает. Так что еще. Новые дома строятся. Да, очень много. Ну, и летом здесь народу очень много, потому что приезжают дачники отдыхать на все лето сюда. А зимой здесь очень тихо, красиво. Сейчас покажу. Вон там виднеется детский сад. Второй этаж детского сада видно. Вот она наша контора наша, которая не работает уже лет 10, наверное, она не работает. Короче, порядочно она уже не работает, где-то лет 10. Точно вам не скажу, не могу сказать, я уже не помню. Это наш дом культуры. Да, наш дом культуры. Я сюда ходила тусить. В дискотеке. Каждый выходный. Да, и можно сказать, даже сейчас не я его вообще не открываю. А вот в связи с коронавирусом. Потому что наружу молодежи нету, да, чтобы ходить. Нет, мы каждый раз ходим. И то, а что она там? Туда толку сейчас не ходит. Они там не включает. А мы раньше ходили летом сначала на дискотеку с 9 до 12, например, там могли и подольше. А потом после 12 мы всегда ходили костер жечь. Приходим домой, от нас костромонище всегда было. Наша местная косточка.
Она бездомная? Да, раньше. Она такая чистая, бездомная. Раньше этот приезжал на автобусе, когда привозили. Посмотрите, какая кошка чистая. Вот, но говорят, она бездомная. Ее все время кормили. Ты такая хорошенькая. Ну-ка, поцелуй. Ой, ой, ласкаться лезет. Да посмотри ты сюда. Она, смотрите, как она ласковая. Она прям от меня вообще не отходит, даже ее поймать не могу. Ну, прям хачки. Я говорю, она для... на бездомную это не похоже. Хотела звук прибавить. Такой мини-магазинчик. Ну, и типа ларек, что ли, как его правильно сказать. Так, а это наши дома двухэтажные. Улица Мира называется. А, это центральная? Да, Центр Мира, это вот где я живу, там где подальше. Николаевна, где живет. Нет, это, извините, центральная. Это вот, вот это вот тоже первый дом, тоже у нее. Угу. Мокарек. Ближе к дому уже. Вот это вот улица Мира наша. Такая небольшая. Ну вот почти мы все с вами село обошли. Почти. Да, если еще завтра будет время, мне я вам покажу нашу школу, где старшие учатся ребята. Ну, вон там дом. У нас таких 4 дома двухэтажных.